Ассаляму алейкум. Я тут гулял по скверу и решил записать ролик. В итоге зашел в комментарии YouTube, посмотрел на те, которые остались без ответа. И из них выбрал комментарий брата, который говорит, женился на девушке, ожидал, что она начнет соблюдать ислам, читать намаз, носить платок. Но она так и не начала. Я понимаю ее, и, кстати, он в конце пишет, что они развелись. Он написал, что я так и не смог ее изменить. Насчет изменить я сейчас еще дойду, иншалла. Сначала хочу сказать, что я его понимаю, потому что сейчас время такое. Сейчас человек, когда просто ислам принимает, не говоря о том, чтобы его начать соблюдать серьезно, это уже большое дело. Потому что времена смуты, субханалла, кругом... атмосфера, которая склоняет к чему угодно, но только не к тому, чтобы уверовать в последнее послание Творца и начать поклоняться Ему, готовясь к судному дню. Вокруг беспечность, погода шепчет, люди погружаются в бесконечный поток удовольствия в виде музыки, в виде каких-то грехов, алкоголь, там девушки и так далее. То есть, ну, нет условий для того, чтобы людей централизованно, массивно призывали к исламу на уровне, допустим, СМИ и так далее. Просто есть вот отдельные какие-то моменты, там кто лекцию в YouTube увидит, кто что. Поэтому, когда человек принимает ислам, это всегда отрадно. Даже он не начал еще соблюдать его, окей, но в любом случае это уже классно. И тем более, если ты как бы планируешь на девушке жениться, то у тебя уже предвзятые отношения, субханаллах. Ты уже выдаешь желаемое за действительное. Ты уже как-то торопишь события, опережаешь события. У тебя нет никаких оснований думать, что она начнет соблюдать ислам. Но нет их. Посмотри правде в глаза. Они отсутствуют. Что у тебя есть из оснований, кроме ее слов, субханаллах? Ничего у тебя нет. Она просто сказала, что будет соблюдать. То есть ты на самом-то деле не больно-то, как бы сказать, ну, нет у тебя оснований нормальных рассчитывать, да? А на, как бы, то, что она начнет соблюдать. Она просто там выучила вот эти фразы. Машалла, альхамдулля, да. О, так она еще и даже бисмилля говорит. Вот смотри, научилась бисмилля, говорит, прежде чем сок попить, смотри, бисмилля, говорит. Ну все, теперь точно ислам примет. Или там, то есть, начнет соблюдать. Ну, то есть, это все, субханалла, твои просто желания. Понятно, что ты хочешь, чтобы так было. И дай бог, чтобы так было. Но оснований реальных у тебя нет для того, чтобы, ну, как бы, реально вот с большой долей вероятности говорить, что так оно будет. Поэтому получается, что ты просто играешь в лотерею. Ну, не надо этого стесняться, называй вещи своими именами. Ты просто поставил на нее, и ты вот возлагаешь на нее надежды, на то, что она после брака, ты еще женился на ней, потому что она после брака, она исправится. Понятно, что ты такой думаешь, блин, ну я же соблюдаю, вот она сейчас будет со мной жить, и она тоже начнет соблюдать. Ну... так-то оно так, по логике, но этого может и не произойти, потому что, ну, потому что человек сам принимает решение, субханалла, начать соблюдать, не начать соблюдать, принимать ислам, не принимать ислам. Это же все, субханалла, индивидуально. Вообще в природе нет такого явления изменить человека. Этого не существует. Такого процесса, как изменение человека. Точнее, имеется в виду со стороны. То есть, все равно, как бы, вот посмотрите на других людей, на себя. Вот все случаи, когда вы видели, что человек, поведение человека изменилось от худшего к лучшему, да, или наоборот даже, это, как правило, не как правило, а как факт. Как правило без исключений, субханалла. Это его личный выбор, его решение, улучшаться или ухудшаться. Человек сам принимает решение. И когда вы видите, как кто-то принял ислам, потому что ему кто-то объяснил. Он принял ислам не потому, что ему кто-то объяснил. Он принял ислам, потому что была в нем уже эта склонность искать истину, найти свое предназначение, да, как бы поклоняться Всевышнему. И как бы со стороны просто он по воле Аллаха получил мысли,
которые вот запустили в нем цепочку вот размышлений и выводов, которыми было уже, как бы сказать, подкреплено его уже имеющееся желание вот жить как-то вот по истине, да, жить потому, что вот в Писании отправил Бог. То есть в человеке уже была эта склонность. Просто появились условия оптимальные для того, чтобы эта склонность реализовалась. Это все происходит по плану Аллаха. Это все происходит в нужный момент. Именно поэтому мы видим, что нету никакой зависимости прямой и неразрывной между ситуацией, когда человек видит даже какое-то отвратительное поведение со стороны мусульман и при этом все равно принимает ислам. Как ученый же сказал какой-то, что или какой-то проповедник, что «Альхамдулилля, хвала Аллаху за то, что я узнал ислам раньше, чем узнал мусульман». Ну, дескать, иначе бы я это как бы не принял ислам, да, потому что поведение мусульмана, оно нередко просто отталкивает людей от истины. Они репутацию ислама так подмачивают, сами портят, субханаллах, впечатление об исламе. Но все равно есть люди, которым мусульмане с прекрасным нравом доносят ислам, и они это не принимают. А есть люди, которые видят даже отвратительное поведение мусульман, но они все равно принимают ислам, их это не останавливает. Почему так происходит? Ну, потому что нет, субханаллах, прямой зависимости между тем, как ты объяснишь и примет ли человек ислам. Поэтому неважно там, как ты там выстаиваешь намазы, неважно, как ты красиво объясняешь. Если женщина будет с тобой жить и как бы видеть даже, как ты читаешь намаз, читаешь Коран, вовсе не факт, что она примет ислам. Это может, в смысле, начнет соблюдать ислам. Это может произойти, а может и не произойти. Поэтому тут как бы особо не надо в этом плане как бы губу раскатывать. Самое главное исходить из того, что вот сразу к этому надо быть готовым. Смотри, вот допустим, берем ситуацию. Ты женился на ней, да? Она не начинает соблюдать ислам. Ну, не начинает. Месяц-два там прошло, да? Ну, все, не начинает. Ты, вот если ты говоришь, блин, как же так? Это же подстава. Не получилось, не срослось. Ну, ё-моё. Это уже, значит, говорит о том, что ты, субханаллах, ты должен был еще заранее это все спрогнозировать. Ты должен уже с самого начала был знать, на что ты идешь. Не знаю, правда, зачем тебе это надо, жениться на женщине, да, которая не будет читать намаз и носить платок, да? В том смысле, что, ну, у вас дети как бы родятся, да, и они должны, ну, идти в рай. А если они будут видеть, что мама не соблюдает, а папа соблюдает, то в таком случае уже будет странно. Там неважно, девочка родится, мальчик родится. Они будут видеть, что папа что-то делает. Что-то вот он на коврике кланяется, какую-то книгу читает не на русском языке, нараспев. А мама этого не делает почему-то. Интересно. То есть это уже будет это, ну, причина того, что как бы хорошая такая причина, хорошее такое как бы, ну, подспорье для того, чтобы ребенок потом вырос либо без веры, субханала, не дай бог, да, либо просто соблюдение у него будет такое. Ну, потому что это же психология, это же все четко видно, это же обычная вот поведенческая, как бы сказать, психология. Вот ребенок, смотри, вот ребенок, вот окей, ты женился на женщине, да, которая не соблюдает ислам. Теперь смотри, вот рождается ребенок. Он видит две вещи. И этого уже достаточно для того, чтобы он тоже не соблюдал ислам. Первая вещь, это то, что ты делаешь какие-то религиозные вот обряды, да, а мама этого не делает. И вторая вещь, это то, что папу это устраивает, и он с ней живет годами. И его устраивает такое положение вещей, что мама ничего не делает, а папа вот делает. И то есть его устраивает, получается, такая вот женщина. И ребенок, видя это, субханаллах, что ты думаешь, он будет прям это... Нет, окей, дай бог, я не, как бы...
Только лучшего желаю, конечно. Дай бог, если бы он будет следовать за папой, но зачем, субханалла? Зачем такая семья, если ислам будет соблюдать только один, допустим, только отец, да? Вот. Надо с самого начала как бы создавать условия для того, чтобы в семье соблюдали ислам оба. Поэтому, когда брат написал, что я так и не смог ее изменить, ты вообще в принципе никого не можешь изменить, ты только себя можешь изменить. Так же, как и каждый человек, только себя. Никто никого не меняет. Если бы в природе существовало такое явление, как изменить человека, то неужели вы думаете, что любимый дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Талиб, умер бы неверующим? Неужели вы думаете, что литератор этот курайшитский, это Уалид ибн аль-Мугира, умер бы неверующим, которому, субханаллах, сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в лицо Коран читал? На прекрасном арабском чистом языке, классическом, с диалектом курейш. Читал курайшиту, субханаллах, читал специалисту, то есть, можно сказать, лингвисту арабскому, да? Он это все ему читал вот так, тет-а-тет, чисто лицом к лицу. И при этом, при всем, он не уверовал. Казалось бы, да, но все звезды сошлись, все условия совпали, да? То есть источник влияния сильный, дальше объект влияния обладает достаточной восприимчивостью, да, для того, чтобы это, так сказать, влияние осуществилось, да, чтобы то самое изменение свершилось. Но этого не произошло, субхана. Почему? Это вот отсылка к моему к давнему уже осеннему ролику, где я говорю то, что невозможно человека изменить, если он только сам не захочет. Невозможно, субханала. Два пророка, вспоминайте. Нух, Лют, мир им обоим. У них жены были неверующими. Дальше. Фираун и Асия. Фараон был тираном из тиранов, Асия была праведной женщиной. Вот этих трех примеров, субханаллах, для людей размышляющих будет достаточно. В том смысле, что, ну а как? Как тогда так вышло-то, что такие, машалла, что фараон, да, если говорить о негативном влиянии, был такой влиятельный, он же реально был как бы, ну, это не просто был какой-то неотесанный чувак, да? Там, ну, с интеллектом нормально у него все было. То есть то, что он был неверующим, это не означает, что он был каким-то неразвитым человеком. То есть он мог как бы свою неправильную акиду, да, свое неправильное мировоззрение как-то по-своему подкрепить какими-то доводами своими, да. И если бы он мог, субханаллах, повлиять на Асию, тем более в каком, ну, она жила с таким тираном, субханаллах, это бы уже случилось. Но она сама не захотела поддаваться этому влиянию. Это все по воле Аллаха происходит, это все предопределение, это все записано уже, кто уверует, кто нет. Нет такого, что ты влияешь, на что ты собрался влиять, друг. Ты не влияешь даже на свое тело, субханалла. Люди уходят из этого мира в самые неожиданные моменты, субханалла. У них просто какой-то маленький сосуд обрывается. И все. Хотя казалось бы, да? Но человек же такое интеллектуальное существо. Он же такой продвинутый. Тем более сегодня. Такие технические, субханаллах, такая техническая оснастка, да? Медицинская там и так далее. Ну, казалось бы, ну, если ты такой влиятельный, ты такой грамотный, ну, то живи тогда, я не знаю, там, 150 лет минимум, там, я не знаю. Ну, все же есть. Но почему так выходит, что, субханаллах, смешно, субханаллах, люди живут, у всех в жизни же бывают вот эти ситуации, когда, ну, вроде все нормально, вроде все как бы идет по плану, и вдруг просто вот из ниоткуда какая-то деталь вообще, о которой ты не думал, субханаллах, она берет и портит все дело на корню, и у тебя ничего не получается. Ну, это же признак нашей беспомощности, нашей слабости. Только Аллах влияет на все, мы ни на что не влияем. Мы можем только создавать какие-то условия для того, чтобы осуществился какой-то потенциал, который был уже заложен, допустим, в человеке, да, Аллахом. И то это не гарантия. Поэтому, если говорить о девушке, которая вот
ну, не стал соблюдать ислам. Так а надо было сразу уже быть к этому готовым. Вот этому брату с самого начала нужно было быть готовым к худшему. Изменить человека, изменить. Это просто невозможно. Вообще-то это с самого начала нереальная задача вообще, нереальная цель. Никто не может ничего изменить. Просто иллюзия такая создается, что типа вот я ему сделал дава, он ислам принял. Все, значит, есть прямая связь между дава и субханалла результатом. А вот этому я дава не делал, он ислам не принял. А вот здесь я сходил на работу, денег заработал, а здесь не сходил, не заработал. И вот понятно, понятно, что как бы есть, ну, Аллахом созданная какая-то условная, только лишь условная, субханаллах, корреляция между причиной, между действием, да, и результатом. Но, субханаллах, это все настолько условно. Понятно, что торговать в лесу менее, как бы, продуктивно, чем торговать на рынке, да? Но в то же самое время заработать деньги – это одно дело. То, что ты их заработал, еще не факт, что ты их потратить сможешь. А если даже сможешь, не факт, что не случится ситуация, которая потребует намного больших трат, чем ты заработал, и тебе придется отдать денег намного больше, чем ты заработал. То есть бывает так, что приходят деньги без особых усилий, но при этом ты не знаешь, насколько они задержатся у тебя. Вообще жизнь состоит из такого количества факторов, просто несчетного, несметного, и ты можешь только влиять на какие-то отдельные как бы элементы этого пазла, да? И в итоге у тебя что-то получается, окей, хорошо, но это же все не может противоречить плану Аллаха. Если план Аллаха в том, что эта женщина не уверует, ты хоть что сделай, ты как бы не сможешь заставить ее уверовать. Если бы это было возможно, субханаллах, все было бы в мире по-другому, начиная со времен первых же пророков. Но это иллюзия. Никто никого не может изменить. Вот ты берешь кусок пластилина, и ты начинаешь придавать ему форму. Окей. Под воздействием как бы давления твоих мышц этот кусок нефтепродукта, он приобрел ту форму, которую ты ему хотел придать. Дальше что? Ты собрался сравнивать кусок пластилина с человеком? Человек, у него выбор есть. Он может просто не захотеть поддаваться твоему влиянию. Ты можешь сделать все. Все правильно ты можешь сделать, все красиво. Но человек просто не захочет. Он все поймет, он все ништяк признает. Все, да, скажет, да, я... Нечего ответить мне, все ты сказал верно. Но он просто возьмет и не захочет следовать тому, что ты ему рассказал. И ничего ты с ним не сможешь сделать. Это просто нереально. Поэтому не надо иллюзий питать. Если девушка, женщина сама захочет, она будет соблюдать. Не ради тебя, а ради Всевышнего. И это и есть то, что нужно. Потому что сегодня она ради тебя соблюдает, завтра она не соблюдает, потому что она уже передумала. А ради Всевышнего – это та мотивация, которая она ни от чего не зависит. То есть любовь к тебе сегодня есть, завтра ее может не быть. Ну, хотя, если это настоящая любовь, то надо постараться, чтобы она исчезла. Это надо прям усиленно стараться, чтобы она исчезла. Но если жить нормально и здраво, то она никуда не денется, если она настоящая. И в итоге, как бы, момент такой, что с самого начала нужно выбирать правильных женщин, которые будут ислам соблюдать... Действительно, ну, по правильному намерению, то есть ради Всевышнего, а не ради, там, тебя, потому что это основа ненадежная.